Западные санкции не пугают и ульяновский общепит. Бизнес готов к пересмотру логистических цепочек, если это понадобится. Со слов рестораторов, найти новых поставщиков не проблема. Импортозамещение в стране развито. Отечественный производитель способен выращивать и изготавливать практически любой продукт. Другой вопрос – инфляция и рост закупочной цены. Но и тут бизнес смотрит с оптимизмом. Отработанные технологические приемы не позволят почувствовать потребителю разницу в цене за напитки и блюда. Одна из таких насущных проблем – это заработная плата сотрудников, потому что, скорее всего, за счет повышения цен и инфляции будет обесцениваться заработная плата, и она всегда, конечно же, отстает от коррекции цен. Наша задача основная – сохранить сотрудников, сохранить наше предприятие. Предложения, как это сделать на региональном уровне, прозвучали на заседании общественной палаты. Чтобы сохранить рабочие места, повышение заработной платы и в перспективе создания новых продуктов, рестораторы считают, нужно снижать налог на прибыль. Единственное, что мы можем попросить сейчас, это вернуться к тому хотя бы 1% льготного налога, да, льготной ставки, которая была раньше на переходной период, да, после того, как единый налог на минимальный доход был отменен. Региональная Минэко, в свою очередь, уже разрабатывает дополнительную меру поддержки. Она как раз рассчитана на сохранение рабочих мест и стимуляцию создания новых. Плюсом к этому для свободного дыхания общепита в регионе работают еще две меры поддержки – компенсация платежей по лизингу и компенсация затрат предпринимателей на аренду и коммунальные платежи.